Hello and welcome to Happy English School. Добро пожаловать на урок слов. Сегодня мы познакомимся с числительными. Я буду произносить слово, давать его перевод, повторять его еще раз, а вы обязательно повторяйте за мной и сверяйтесь с учебником. Начнем. Первое слово один. One. One. Обрати внимание на то, что это слово произносится со звуком W, так называемый взрывной звук, пружинка. Губы почти смыкаются, и потом происходит этот взрыв. Уа. One. One. Двигаемся дальше. Два. Two. Two. Дальше. Три. Three. Three. В этом слове задействован звук «th». Это не простой звук «с», который произносится не на зубах, а язычок слегка выглядывает, и такой звук получается. Th. Th. Three. Three. Отлично, двигаемся дальше. Four. Четыре. Four. Пять. Five. Five. Шесть. Six. Six. Семь. Seven. Seven. Восемь. Eight. Eight. На конце «т», который произносится на альвеолах. Альвеолы – это бугорочки, которые находятся за зубами. «Т». Eight. Дальше. Девять. Nine. Nine. Хорошо. Десять. Ten. Тоже взрывной «т» на альвеолах. Ten. Ten. Одиннадцать. Eleven. Eleven. Двенадцать. Twelve. Тоже произносится со звуком «в». Twelve. Twelve. Давай еще разочек прочитаем все слова сначала до конца. One. Один. Two. Два. Three. Три. Four. Четыре. Five. Пять. Six. Шесть. Seven. Семь. Eight. Восемь. Nine. Девять. Ten. Десять. Eleven. Одиннадцать. Twelve. Двенадцать. Замечательно. Отлично справились. Если что-то где-то не уловили, перематывайте назад и еще раз посмотрите этот урок. Thank you for joining me today. Спасибо, что присоединились. And see you next time. Bye.